Всем привет! С вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про правильную ручную косу. Что значит правильно и неправильно? Давайте сначала разберем, что такое правильная коса, а потом я вам покажу, что такое неправильная коса. Правильная коса – это коса высокого качества. Желательно, чтобы правильная коса была кованая. Правильная коса – она достаточно тонкая и достаточно легкая. Правильная коса, она выполнена из металла, который не перекален с одной стороны и не очень мягкий с другой стороны. То есть это должна быть золотая середина металла. Для того, чтобы вы с одной стороны вы могли эту косу отбить, а с другой стороны, чтобы коса, режущая кромка, она держалась за заточку долго. Поэтому здесь должна быть золотая середина соотношения. То есть она не должна быть слишком жесткая и слишком мягкая. А для этого используются специальные стали. Плюс коса должна быть отшлифована и иметь режущую кромку, которая должна быть готова к работе. Вот как сейчас у меня в руках находится коса Офнер. Да, присмотритесь к ее режущей кромке. Она здесь ярко выражена. Коса новая, только что из упаковки. И здесь режущая кромка, она уже готова к работе. Что это значит? Вы берете косу, точите ее силком и идете работать. Коса готова к работе. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести эту косу. У нас есть две фирмы австрийских, которые выпускают высококачественные ручные косы, правильные ручные косы. Значит, это фирма Офнер, Йохан Офнер, и фирма Фукс, либо Шрёкен Фукс. Сокращенно Фукс. Это австрийские фирмы, старейшие предприятия в Австрии. Вот. А теперь мы посмотрим, что продается в наших магазинах сетевых, типа Леруа, либо Аби. Вот. И сравним с правильной ручной косой. Вот эта ручная коса куплена в Леруа Мерлен. Как вы видите, сразу же можно понять, что качество изготовления этой ручной косы, оно просто отвратительно. Здесь, во-первых, она тощая, эта коса. Во-вторых, металл здесь очень мягкий. Этот металл не держит заточку. То есть стоимость этой косы была в районе 500 рублей. То есть эти деньги, они просто выброшены на ветер. То есть вы платите 500 рублей, и после покупки этой косы ее просто можно выкинуть на помойку. Почему? Она толстая, она мягкая. Здесь нет вообще никакой режущей кромки. Здесь нет режущей кромки. То есть эту режущую кромку нужно создавать. Нужно делать фаску, снимать фаску. Вот. Ну и, соответственно, качество вы сами видите. Эта коса была сделана по заказу Павловского завода, который раньше выпускал козы. Ну а сейчас он не знаю почему, сейчас он косы не выпускает. Вот. Теперь он заказывает вот такие вот отвратительные железки под названием коса в Китае. И размер косы не соответствует настоящему размеру. Здесь написано, что это 70-ка. Да, здесь написано, что это 70-ка. Но это не 70-ка, где-то 65-я коса. Вот. Так что если вы хотите купить правильную косу, покупайте правильные косы в интернет-магазине kado.ru. Сейчас еще раз все-таки покажу еще, какие неправильные эти косы. Приходите к нам в магазин и покупайте косы фирмы Фукс, Шрёкен Фукс, и фирмы Офнер, Йохан Офнер. Покупайте лучше, про остальное забудьте.